Опа-на, вот она и елка сработала сразу. Рыба также мелкая. Поклевки на нее сумасшедшие. Пока переставляю поводок, значит, расскажу про оснастку елку. Я узнал на канале без наживки. Оснастка очень подробно описана. Сейчас она сделана в топор, у меня сделана в топорном исполнении, поэтому я ее показывать не буду, но тем не менее работает, как видите. Именно на канале без наживки вы увидите, как эта оснастка делается правильно. И особое внимание обратите на крючки. Там показаны, какие они должны быть. Даже, то есть, оба, вот это получится. Ай, сошла. О, блин, блин, мимо. Ну, поклевки, ну хороши за поклевки, согласитесь. Так, ребят, обратите внимание, еще раз говорю, на эту настройку. Зайдите на канал без наживки и посмотрите. Вы сами видели, что это, что происходит, какие поклевки происходят. Я сейчас продолжу ловить на фидер.